Лайфхак, как быстро и без химии отмыть микроволновую печь. У нас дома кошка, мы постоянно греем ей рыбу. И вот сейчас у меня очень грязная микроволновка. Я буду ее мыть. Без химии, конечно, можно было бы потереть, но я не любитель, потому что здесь разогревается все-таки пища. Воспользуемся природными средствами. Это нам понадобится дольки лимона и немного воды. Мы отправляем нашу тарелку в микроволновку. Минуты примерно на 3. 3, 2, 1, готово! Ну что мы видим? Кислота сделала свою работу, все прекрасно везде отошло. Можно взять просто тряпочку и протереть насухо. Бонусом то, что кислота нейтрализует неприятные запахи. Взяла еще на 2 минуты и вот протерла, показываю, микроволновка будто бы новая, абсолютно чистая, идеальная и с хорошим ароматом. Так что, девчонки, берите себе на заметку.